Привет, и начинаю новый влог. Сегодня записываю влог на телефон. Вот так проходят мои вечера. Я сижу, монтирую, когда Сережа в третью смену. Я сижу, монтирую влог. Здесь у нас влог с готовкой. Я обычно 2-3 влога сразу смонтирую все, что у меня есть на флешке, и выкладываю их. И они по часам выходят, когда я выставлю часы. Вот, сегодня хочу я, значит, сейчас после того, как смонтирую, мне с Казань пришла экспресс. Удобно то, что за один день. Я хочу сейчас записать видео, записываю о моих покупках для наращивания ресниц. И вон там у меня стоит полочка такая железная. Сейчас я, когда буду разбирать, все увидите. Я хочу с нее все убрать. Мне Сережа поставит шкаф туда белый, так будет удобней. А эту полочку буду подо что-нибудь использовать, пока не придумала подо что. Вот, я ее только перекрашу в белый, наверное, в этом влоге просто акриловой краской, и буду подо что-нибудь использовать. Поэтому сегодня планов во влоге очень много. Друзья, всем привет! У нас уже наступил другой день, и мы сегодня будем готовить. А пока готовим, я с вами поболтаю. Я сделала второй канал, он у меня уже был. Я, кстати, готовлю сейчас тефтельки, я вам уже рецепт показывала. И хочу, пока готовлю, вам рассказать об изменениях. У меня сейчас на втором канале была готовка. И я решила, что все-таки готовка будет на этом канале, как она раньше и была. А на том, который второй канал, будут разные распаковки. С Фикс Прайса, Валберис, Казань Экспресс, всяких продуктовых магазинов. Наверное, здесь будут распаковки и с едой. А вот все такое вот из маркетплейсов, Фикс Прайс будет на том. Поэтому ссылочку я всегда оставляю в описании под видео. Ну а мы с вами давайте продолжим готовить и расскажу вам, что сегодня я готовлю. Тефтельки с луком и паприкой, солью, и заливаем сметаной с кетчупом и тушим до готовности. Я предварительно их минут 10 обжаривала. И все, можно с гречками, макарошками, это очень-очень-очень вкусно. У нас доставка из Ленты, давайте покажу, что я тут заказывала. Я взяла себе вот такие пюрешки, они были по акции, как раз мне сейчас удобно кушать. Из овощей взяла огурцы, укропчик, на чай взяла печенье к чаю. Вот такие вот мандарины медовые называются, сейчас одну попробуем. Писали, что 5 звезд им поставили в Ленте доставки, я заказывала помидорки. Взяла вот такой вот чай, первый раз попробуем. И еще я на влоговом канале, у меня есть другой канал основной. Я там, здесь только рецепты, а там я тоже показываю влоги, распаковки. И показывала такие контейнеры из Ленты. И я заказала 2, чтобы в них распределять, покушать. Потому что таких взяла только 2, а готовлю на много дней, поэтому решила еще дозаказать. Они очень дешевые там. Дальше туалетную бумагу взяла вот такую вот. Он у нас очень быстро расходуется. Первый раз взяла такой вот кондиционер. Ему тоже 5 звезд стояло. Приятный аромат, но немножко резкий. Но от белья будет приятно пахнуть. Потом треска. Вот такая вот нам понравилась рыбка, которую мы рецепт готовили. И ментай нам очень понравился. Вот такой вот по 200 рублей он. Я рецепт в прошлом видео вам показывала. Посмотрите. В общем, очень-очень вкусная. Сверху лук и морковка, и треска вот такая вот, тоже попробуем, и имунельки, и вот такие вот имунельки, они идут детские, взяла 5 штучек, уже выпили, попробовали, вкусные. Все, вот такая вот закупка у нас сегодня. Тушились у меня они минут 40, и в конце я посыпаю кропчиком, и все, можно кушать. Друзья, у нас новая распаковка из Яндекс доставки. Вот такие грибочки. Мы будем с вами делать рулетики. Сыр на бутерброды. Сейчас покажу, какие бутербродики будем делать. Так, здесь у нас сливочный сыр, тоже для бутербродов. Мой любимый паштет куриный, лимонадик. Вот такой для тостов хлеб. Далее активе
гранатовый и ежевичный. Помидорка для бутербродиков. Дальше вот такие вот пломбир манго-мороженое. У них очень вкусные, по 35 рублей. И вот такие я люблю. Из йогурта творог, персик, абрикос. И вот такие вот пудинги. И в принципе все. А мы с вами сейчас приступим к готовке тостеров. Нам нужен хлеб, творожный сыр. А потом вот такой вот айсберг капуста. Здесь вот у меня еще есть колбаска в контейнере. Вот такая вот колбаска. И вот этот вот сыр как раз в упаковке. Я купила еще упаковочку, но нам нужен будет вот такой сыр. Так, еще что? Помидорка нужна будет. Можно огурец, можно помидорку. Я хочу помидор туда добавить. Хлеб мы поджарили на гриле. Он выглядит теперь вот так. И мажем и эту сторону, и эту творожным сыром. Намазали, теперь кладем айсберг, вот такие листочки. Следующий этап вот у нас помидорка, сыр. Я еще добавила колбаску, теперь колбачку. Теперь закрываем и разрезаем пополам. Вот такая вот вкусная тища у нас получилась. Мини-бутербродик, но сытный. 12, я такая сонная уже вся. Но почему-то ко мне приходит энергия вечером, поэтому, в общем, меня дико бесит моя кухня. Вроде здесь, знаете, нет такого прям срача, но 3 тарелки не помыто, посуда, которая высушилась, лежит, плита тут чуть-чуть загрязнилась, да, там что-то, тут что-то, и вот это накапливается, накапливается, когда ты не можешь каждый день делать. Я сейчас одела бандаж, сейчас вам покажу, вот. Я одела бандаж, чтобы мне спину держала, спина не болела. И когда я долго полежу, у меня спина начинает болеть. И я решила, что я сейчас поделаю дела, пока я хочу, потому что, ну, просто невозможно. Моя кухня меня бесит. Поэтому я хочу сейчас кухню разобрать. У меня еще тут есть косметика, которую мне нужно разобрать в ванной. Но, наверное, это уже попозже, завтра. Мне завтра тоже целый день свободен. Поэтому давайте начнем. Мне нужно помыть плиту, помыть посуду, 3 тарелки, убрать все. В общем, все это сделать так, чтобы мне ничего нигде не мешало. Сейчас по факту вам все расскажу. Мне не нравится, вот корзинка стоит. Я не знаю, пока куда ее деть, конечно. Я хотела ее перекрасить, по-моему, эту корзинку. И что-то я хотела с ней сделать. Думаю, я покажу. У себя там. Вот такая красная корзинка. Я хочу ее в белой перекрасить. И можно же в нее что-то складывать, правильно? Будет красиво смотреться. Я думаю, я так и сделаю. Можно как раз вот в нее складывать что-то такое. Так, давай. В общем, ее на перекраску, значит, ее в комнату. Давайте приступим. Уборка у меня начинается с мытья посуды. Потом я помыла плиту. Все разобрала на этом комодике. В конце сейчас вам все покажу. Также разобрала на столе. Там поставила осеннюю композицию. Вазочку под конфеты. Вазу с обычными сухоцветами. И сейчас в конце покажу, что получилось. Еще постелила маленький ковер. Но все равно что-то мне не хватает сюда. Так, буду думать дальше. Попрошу Сережу, чтобы он мне принес вторую полочку беленькую, но меня все равно что-то не устраивает. Мне не устраивает сушилка, то, что она вот там торчит от всё. Понятно, что это, ну, только вот сейчас вижу только я. Здесь меня, в принципе, все устраивает теперь. Здесь заказала черные тряпки для... Не желтые вот. Черную такую вот прихватку, она уже очень старая, как раз пора поменять. И, в принципе, все вот. Но меня все равно... А, и черные полотенца тоже заказала. Поменяю, потому что у нас постоянно они все грязные. Постоянно какие-то старые уже тоже нужно поменять. На столе меня все устраивает. Мне не устраивает сушилка, которая там торчит. Мне не устраивает вот эта часть. То есть наверху вот корзинки нормальные. В фикс-прайсе их больше нет, поэтому я не могу купить. Мне не устраивает хлебница. И мне не устраивает то, что вот где лук, морковь, это все вот так вот видно. Нужно контейнеры закрытые купить. Сейчас посмотрю насчет этого. Вот.
Не знаю, стол, наверное, пока так и оставлю. Я не знаю, пока что-то мне ничего не устраивает здесь. Все равно что-то не так, что-то раздражает меня. А что, я понять не могу. И микроволновку мы не можем убрать куда-то в другое место, потому что если только вот туда, где сушилка. Стол, если поставить сюда, он у нас уже так 100 раз стоял. В общем, буду думать, пока что я убралась. И пока что как-то вот так вот, но все равно. И грильница, видите, у нас наверху. Я вот одна ее не подниму. То есть ее хотелось бы тоже куда-нибудь пониже, чтобы она была в доступном виде. Скорее всего, вот сюда бы я ее поставила. Но здесь у нас чайник, тогда чайнику некуда будет. В общем, не знаю, что делать. Если только поставить туда еще одну полку, эту оставить здесь, и чтобы грильница была в доступном месте, ее поставить вот сюда, чтобы вся техника здесь была. Я не знаю, пока подумаю. Вот, сама таскать не буду, микроволновка тяжелая. Если придумаю, прошу Сережу завтра. Пока что оставляем так.